Концерн Volkswagen оштрафован на 12 миллионов долларов за нарушение экологических норм. Взыскание наложило Министерство по охране окружающей среды Южной Кореи. Я напомню, немецкий автопроизводитель оказался в центре скандала под названием «Дизельгейт». На автомобилях концерна устанавливалось программное обеспечение, занижающее показатели выброса вредных веществ. А по итогам расследования власти Южной Кореи требуют от Volkswagen отозвать 125 тысяч автомобилей. До 6 января автомобили строитель должен предоставить подробный план своих действий по приведению этих машин в соответствие с экологическими нормами.